первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина проверила работы по установке медицинского оборудования в Звенигородской горбольнице номер 45. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Единой России. Здоровое будущее» и отработки наказов народной программы партии. Также парламентария осмотрела новый операционный блок медучреждения. Депутат отметила, что строители полностью выполнили план ремонта в операционном блоке на 7-м этаже больницы. Также Лариса Лазутина и местные партийцы встретились с руководством Никольского подразделения Одинцовской областной больницы. Главным вопросом встречи стало выделение 1 миллиона рублей на приобретение и установку необходимого медицинского оборудования.